Нет, снимаю. Вот. Сделали гараж для мотопомпы. Там у нас идет труба на забор. Вот тут еще она будет врезать кран. Подачу удобрений. Что-то здесь мне тоже пройти? Нет? Проходи, проверь. А ты там еще докрутил? Ну, я сейчас перед остался. Сейчас. Вот. Кран. Фильтр дюймовый, 120 мм, 30 микрон дисковый. Ну и здесь вот самая мотопомпа. 600 литров в минуту. Так, да, я буду. Повезло, у нас сразу свет рядом. Дальше по трубе туда. Туда. 100. Сколько? 130 метров где-то, да? 150. До посадок? Да, для до этого, до участка. 150? Ну да, где 150. 200 даже, наверное. А, больше. Мы 200 метров мотали, и нам не хватило. Ну там с этими, короче, где-то 200 метров трубы ушло. Труба 50-я, там какая она, не знаю. Вот такая, короче. Так, в общем, по поливу. Там находится, короче, за деревьями река. 50-я магистраль. Такие вот фитинги. Резаются 14-м пером. Делаются отверстия, вставляется резинка, поджимается, одевается капля. Тоже откручивается, сюда одевается, поджимается. Все. Пускаем две капли на ряд. Тоже начали сажать. Сорт Мурана. Так, ну вот так вот она идет. Потом с этой стороны будут сажаться еще тело среды. Земля подготовится. Посадки. А где это? Копалка моя. Копалка. Такой штуки делаем отверстие. Вот так вот. На руку видим новое. Поворачиваем. Отверстие готово. Эта штука высыпается. Высыпайся. Двумя руками просто быстрее. Ой. И все. Сюда сажается. Берется кустик. Утаскивается стакана. И сажается. Если так нажимается, в общем, получается такая история. Так. Пускается две капли, чтобы лучше проливалось. Вот. Всем до свидания.